Так, Давай я кину, давайте поставил. присумоним одного. Короче, Шектор, как обычно, центральная позиция. Чит. Вот же. Кружок пускай, бидон. Звезда. Бидон, только выбегаем побыстрее. Геншин тогда ромбик. Ну и ультрадрут треугольник. На первой взлетке Массакра Лингрен и этот самый Рарник, Мастера Аур на тьму. Так, на ХП один прист у нас. Я хуй знает. Ну, Геншин, в принципе, в ромбике прочитай на первой взлетке. А на второй взлетке будет пэсы читать, и ты ему зубы дашь. Вот. И на второй взлетке я сейф и Шектор даем. Так, ну еще давай для спокойствия вас раскидаем. Синтека вот сюда. Вот, на это. Короче, ультрадру на первой взлетке на хилов дашь спокойствие, только ты один. А на второй взлетке все оставшиеся 5 друидов дадите спокойствие на весь рейд. Вместе с пэсовским гимном. На вихре. Все, проверка. Злобный, ты готов? Мы по комнате рассасываемся, да? Да, да. Да. Этот, как он называется, блядь? Мистери, ты тут? Мистери у нас отходил, блядь, куда-то. Вроде возвращался. Пиздец, блядь. Минуты переоденусь. Уже 2 минуты прошло. Мистери, прием. Че он накрасится? Злобный друг, ты готов? Нет? Че ты там отмену нажимал? Слышишь, Хурюк? А Нурик в гильдии вечерний какой-то сейчас играет. Он на РТ пошел. Это давай гильдии. А в вечерний не играет, который с 19 РТ. Да, Чё, на он меня. тут? Я он тут. Секундочку. Курица крикнет. А киса готов? Даю отчет. Давай, стер. Да, надаю. Сами там кусайте нас по рекаунту по ДД. Я ебал вам говорить это все. Хилов только не смейте кусать.
конце 16 дд должны быть укушены, иначе мы в лесу упремся. Тотем и трепета пока не забыл шаманы. Нужна была РДД. Ох, по рекаунту. Пускай дамажит по рекаунту. Да, блять, в рекаунте РДД даже нет. Ну, после четырех укусите. Тори, я хулюка потом укушу. Угу, я топу тогда. Топа, я около трона буду стоять, если будет это база. Ну, здесь рядом. Тени 3 секунды, день. После них фир. Захилить этого челика, он ровист. Готовимся и вы, свои дубовые, всю хуйню. Блин, блин, готовься. Пошла сакра. Бля, а чё вы мрёте? Зачем ты ко мне подбежал? Где ваши тела, блядь? Кто там? Геншин? У нас Геншин у себя. Падайте. Кто к тебе подбежал, Шектор? Биг Дэмка подбежал. Ебать, это я приколистый, блядь. Я это, я даже ничего говорить не буду, нахуй. Давайте разбежимся, встанем сразу, как кто встает. Что, блядь, вот это херня. Да, давай будет. Сейчас вас за ручку поставим, нахуй. Ну каждого, а как блядь. Еще? Ну как еще тогда делать? Каждому да, сейчас, точку сейчас, показать, блядь, каждому все. Его точку будем показывать. Не дай бог, блядь, сейчас на взлетке будете так же вздыхать. Вот как Биг Дэм, блядь, мог подбежать к Шектору, блядь. Который в центре стоит. Ты же в центре? Плахи, наверное. Да, я... Чё-то, блядь, не диспелит, то ли чё, блядь. Чё происходит? Блядь, посмотрите рассеивание. Это же смешно. Ну, рассеивание у тебя массовое. И у этого, у Геншина. 7 на 1. У Геншина 1. Я диспелинул это в Равусте и нажал гимн. Чё мне там рассеивать? А, да вроде ничего. Ясно, короче, блядь. Ну вот, в третья, четвертая, пятая пати ставят этот самый тотем трепета. Вот он снимает фир. В фире остаются только, считай, вон. Первая, вторая. Вар сам себя и снимает. Убери пэц оттуда, убери пэц. Так. Давай, вот призом на умириков засунь. Что, давакина? Давакина я закину. Пускай у него антифир будет, он не хилится все-таки. Можно в настройках сейчас ДБМ зайти, отключить пассивный радар и включить его ручником. И поставить диапазон. И все, и вот по нему смотреть. Ребята, там хватает времени после страха. Выходишь, у тебя есть 3 секунды буквально, чтобы разойтись. Ну да, там все хватает. Я отдал массакру и побежал на пьедестал, как бы. Просто растакаться надо. Позишн, как говорится, свой знать. Чуть-чуть рано даешь массакру. Нет, она взлетает, когда взлетела, и вот только вот перед кастом полторы секунды, там хватает, секунды, да, она чпоньк, и все, и опять садится. Какой рейндж должен быть? 8 или 10? 8. Говорят 8, ну лучше 10. Вот сделать. Смотрите, когда она садится, ну вам надо сбежать, нужно по ей появляться. Лучи. Мгновенно должны сбежать. Вот она села и пак сразу кидает через секунду. Рыба стоит. А пробовать как прошлое когда не будем? Типа в одну... В один пак? Да, да, да. Блин, можно попробовать? Смотри сам, короче. Хилов вот. Много, друлей. Давай попробуем.
Как в один пак? Пусть это где там? Можно ультрадруля в кота, я в хила. Давай ультрадруль в кота. Хотя, да, проблема взлет. Там и с паками как бы быстренько подвигался, то вправо-влево как бы скинул. Минимал и... карадара вроде десят. Да, и кусать, если что, никого не бегайтесь. Надо, как бегать. Но нужен жесткий захил. Ну, сейчас посмотрим. Да, и с темнями прям моментально лучше выбегать. А то, если кто заслакает, сразу рейд упадет. Надо, чтобы кто-то говорил про тень. Так, а ДБМ все показывает. Он полоска вот тебе, время отчет идет, ты уже наготове должен любой человек быть, кроме танков. Злобный готов? В одной точке под, под спиной босса стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Я не бил, но... Я диван не сдавал. А чё, кто там на расстоянии стоит? А чё там, ребята не пошли в одну точку, им похуй? А, они, наверное, не в ДИСе? Не в ДИСе, ну напишем тогда. Давай посмотрим, вот тени 5 секунд. 2 секунды готовимся. История. Мне кажется, мистер Таунт нажал на это. Дем. Так я не дем. Да. Вот покусил Биг Дэма, потом Ахурюка кусать или Хисторию? Тени. Хурюка. Кто хочешь? Ну что, бронирую Хурюка. Готовимся, тени скоро. Это после них фир. Песа. Песа убежала, тушь. Тушь, ебани, сейчас мы заебали. Убегаем, убегаем, убегаем. Давайте сейвы, поехали. Ультраду. Чит они там. Спокойствие. Ну себя хильте тоже. Рави стресс и Геншин. Иннер ему дашь, и Вадикон тоже добавишь. Факт, сейчас факт. Быстрее, быстрее, ДЦшника. Захилить его. Два Иннера. Бидон ставь тотем. Геншин собаку и на ману. На мне же было, че ты топо побежал? Ты у меня заор. Видишь? Вкусы внимательно смотрите, моментально передайте, готовьтесь заранее. Тени 3 секунды, смотрим. Топа. Ладно. Еще один кто? Вот. Вы все рядом стоите, так что смотрите, если вашу цель укусят, только хила не выбирайте, его кус. Лучше озвучат, то сейчас они будут... Я кису укушу, равненько кису.
Че, по сетях может Гера? Тени секунда. Какая Гера, нахуй, никогда не говори такого. У нас не столько ДПС. Ты на ХП босса посмотри. Фир, готовимся. Готовимся. Сейчас сначала засейвится. Мост сокрынет. Я сейчас дам, и Шектор даст. Давай. ППСа, зубы. Ризен, после вихря встанешь. Давай кину укуш. Я кису. Это хуйня без. Ну заберешь босса? Как сдох? Левист. Че, кто без укуса? А, кто-то нас поубивал, пиздец, не отдал. Хорошо. Беги, малышка, беги! Беги, малышка! А, еще и лужу разлили, да? Беги, вот малышка, и поубивали. Да. С тенями слакать нельзя. Че, сколько процентов было? 35, по-моему. Там мы не били вообще. Да там он там уже надо, вот-вот. Ну вот тактика рабочая в целом. На пару минут. В принципе, да. Ну, на ПЭСа были тени, и вы все там сдохли. Равист с укусом на взлетке сдох. Ну, потому что укус сдох. Вместо 16 укусов 14 было. Конечно, не проходим. Что там нас кидали? А, Равист вылетел. Вот он и сдох. Так. Где там ДПС? Может повторить о том, что не надо с хилами рядом ходить на взлетке. То меня второй раз уже убило. Травма, короче, 800 тысяч нахилило. Кто тебя убил? Неплохо. Сначала синтек, потом злобный дроби. Вы что, ну я метки поставил, там хилы стоят, зачем вы туда подбегаете? Призана, который убил, так ты сначала в луже умер, а потом просто встал рядом со мной. Ты же видел, что я стоял? Не на этом. Если это призан говорит. По запрошлому каком-то там, где я злобный дроби убил. Ну да, за вайп надо капитовать. Ну вот и просто так и будет. Если каждый раз так будет падать и не будет ГП, это, блядь, будет бесконечно продолжаться. Спасибо. Я не вижу смысла давать, когда у нас ДПСа не хватает. Мы даже не доживаем, блядь. Сколько мы сейчас траев дали? 3 трая? Или сколько? 2. Это второй. 2 трая. Ну давай сейчас на этом трае посмотрим, кто с тенями будет стоять, ГП будем кидать. Начнем. За тени, когда не выбежал. Ну за вампира. Не, с тенями, конечно, это слаг. И за вампира тоже, ну. А, это Геншин сказал. Ну, хз. Это было. В самом начале. Как там вообще злобный друль? Вырубай кулаки, да? А, второй раз, да. Хрю, кто тут? Да-да. Покажи. Блин, откуда это? Еще раз проверка.
Синтек. Берет что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Не выхилили. От же реса его. И сразу захилить. Злобный по синтеку и на ультраду тоже. Тени сейчас будут на это эфире. И вы нажимаем камни хаваем. Кус потеряли. Кус. Заберешь? Не, я не буду бить без укуса. Зачем? Беги, малышка, беги. Беги, малышка. Мистер, зачем ты брал сапрот, если ты это ходил плоской? Не брал сапрот. Это не брал? Я, наверное, сюда отходил, наверное, туда, когда был. Да. Не кусайте, мистер, кусайте, блядь, по самым последним. Он срывает, он идет, мы первый. И там разный был первый, он его укусил. Так, давай и посмотрим, первый. Вот, как умирал мистер. Дистанция, блядь. Дистанция. Стоп, стопай, да? Да не, нет, я говорю дистанция. Да просто я по собственному опыту знаю, если ты держишь нормальную дистанцию, тебе хватает одного тика хила, ну, и ты не падаешь. Она от тебя умер, короче. Вот, вот. Кровавый всплеск топа. Да. Ну, знаешь, 9... когда отбегал? 9000. Удивительно. Топот бы не спас. У вас ДБМ у всех есть? Вы там можете прописать слэш рейндж 8 метров? Там минималка десятка будет. Точно, точно. Нет, у меня так 8 как, пишет. Так, у меня не 8, вся, почему? 8 должна быть. Рейндж 8, вот написал. Можно, есть да. Еще правая кнопка мыши нажать на проверку дистанции. Можно еще поставить, типа, отображать как радар. И он будет еще показывать, кто рядом. Вы знаете, что такое рейндж набрать между собой? Это означает, что все в рейде должны находиться друг от друга на расстоянии 8 метров. Это делается для того, что когда летит стрела из ланы сверху, она, как, она наносит урон по человеку 12 тысяч, и помимо того, еще вокруг него на 8 метров 12 тысяч. Если вы стоите рядом с ним, вы получаете двойной урон. Вы получаете, помимо того, что у вас стрела полетит еще этого человека, вы получите просто 24 тысячи. Тридцатку там и сдохнете. Как сейчас было.
Для этого набирается рейндж. Кстати, да, там еще можно включить звуковой сигнал. Вот, правая кнопка мыши, и типа там будут звуки и звуковой сигнал, когда игрок находится в диапазоне. Вот, и ставите раздражающий звуковой сигнал, и вы 100% выйдете. А класс опроты брать. А еще можно поставить звуковой сигнал для всех остальных игроков в диапазоне. И они 100% услышат, даже если выключили. Рыба стоит. Я поставил это. Ух, сейчас, блядь, мы сейчас все в один темп. Пищалка и... сейчас будет. Пищалка. Тут только на взлетке надо. А мы умираем, чей, ну, в большинстве случаев у нас взлетки. Считай, две взлетки надо пережить или три? Две. Две. Третья там бросала. Да третья мы не доживем. Бидон. Даю отчет. Что я подзаебался сегодня. Политика ли? Сказка достили. Ну давай уже там полипали. Чё залагает, блин? Аккуратнее справа там, точки. Не лагает, пиздец. ДПС, смотрите, кого меняют. Рядом, только не беги. Бидону дайте им. Тени с фером. 3 секунды. Седжу. О, бежал. От луж подальше отойдите сейчас. Цеевые пошли. Хилимся. Дополнительно хилимся. Блять, я ж просил, не кусайте мистери, блять, на ебаный в рот, на. Тени, тени, тени сейчас будет. Справа разливайте там.
Спасибо. Песал кушай? Нет, просто не укушаю. Все, мой кушай. Ультра по Шектору. Злобный по Геншину. Посади ко мне, вот он. Геншин, короче, сам бидона попросишь, когда гимн будешь давать, посмотри там по мане по своей. Только по своей и по шекторовской. Геншин. Давай, биг дэмэдж рарника. Ой, выебли. Песа Давакина. Хурюк Акису. Мистери Эйю. Топа Призана. Вадикон. Ранник, подойдешь к танкам? Что дает? Я возле Войда. Вадикон Бурябая. Uh-huh. Равист Злобного. Ну и история. Седжу укусишь. А, укус проебался, да? Я стоял нормально. Понятно. Заслон на темной магии нажимал. Похищение жизни кастовал. Кастовал. Нахуй надо, ебать, залупа ебаная. Ой, блять, а. Мультики нахуй. Че вы не двигаете? Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Вот, блять. Как мистер умер? Давай сейчас посмотрим, блять. Сейчас детали смерти откроем, посмотрим. Че, давай на сегодня завяжем? Или че, еще нет? Трай. Еще может. Да мне кажется, Лану вообще не стоит траить, нахуй. Просто нахуй не стоит нахуй, когда 10 ну, шемов сделаем. Синдру, в принципе, можно попробовать. На еще веселее. Давай посмотрим детали смерти. Так, кто же его там бил? Мистер 13, 10 тысяч. Ты сапрота выпил, да? Да, пил. Ну, висит на меня 55 минут. Ну, стрела нахуй. Одна вот 2 секунды, да? 2.23 и одна через 2.2 секунды пролетела. Одна 10, другая 14 тысяч. И между этим покров скорби 4.700. Вот и все, и минус мистери. Где похищение жизни? Открываю эффективное исцеление. Открываю мистери. Сущность кровавой королевы. Доспех скверны. Похищение жизни. Вот 15 тысяч есть. Абсорб нажимал. Заслон. Ну пиздец. Я не знаю, ключ покупай нахуй, я хуй знаю. Покупайте ключ нахуй, не знаю, блядь, на завтра нахуй. Да, давай закончим. 500 и по еще дам. Всем здрасте. Здорово. Вовремя. Все, хватит, блядь. Завтра я не хочу Лану бить, давайте на профы пойдем. Может убьем. Посмотрим, как там пельмени и душливый газ ловят. Там так же, как десятки? А, все то же самое. Ну, типа, ну там единственное слизня. Отличается, что слизни вешают дебаф, будут профдебаф вешать, красный и зеленый. Вот на ком красный, тот только красного может бить, на ком зеленый, тот только зеленого. Если будешь ну, другого... Типа, если бить другой цвет, братка? По единичке урона будет там, ну, то есть мало, снижен урон.